Всем привет! Доброе утро! Мы выдвигаемся по делам. Оделись, у нас сегодня очень холодно. Пока-пока. У нас сегодня холодно. Мы утром выходили, 11 было, сейчас 13 градусов. Вот. Привет! Я только что смотрела 13 градусов. У меня 13 показывала, видишь как. Вот мы... Поэтому ты опять в платье, потому что 14. Вот. Мы едем. Едем по делам, потом вечером на работу, мы хотим потом пообедать. Можно ли просто? Хотим пообедать и до всего этого еще прогуляться с Жекисом. Помните, мы там были на площадке, где бейсбольная площадка, и там парк. Мы хотим вот туда сходить. Вот, так что вот такие вот дела. Я дома прибралась чуть-чуть тоже. Надо еще пропылесосить, вытереть пыль. Надеюсь, я это все успею сделать. Я хочу посмотреть просто как на улице. Ключи от машины не взял. Ё-моё! У нас часто так, мы что-нибудь забываем. На ключи от машины последнее время что-то зачастили. Мы просто еще не привыкли, что у нас машина наконец-то. Ну да, но видишь, мы же ключи ни в каких карманах нигде не храним, там ни в портфеле, ни в чем таком не храним. И, короче, я сейчас покажу, где у нас находится. Да, ключи доставать. У нас в этой ключнице такой специальный, которая висит около входа, и поэтому мы не всегда обращаем внимание. Мне кажется, Джек сейчас в шоке будет опять. Ой, туда-сюда возвращаться, конечно. Джека, извини, пожалуйста. Маленький. Да. Ну, божечки, так ладно. Все, жди дома. Пока-пока. Пока-пока. Бедный. Эй, зачем я лифт отпустила? Сейчас буду стоять держать, потому что мало ли кто вызовет. Но здесь он меня не пришибет, как в прошлый раз. У меня в машине все маски, да. Теперь поехали. Точно ничего не забыли теперь, да? Не, ну мне весело туда-сюда в лифте кататься, знаешь, такое. Когда он застрянет, наконец-таки. Приехали мы заправлять машину на такую заправку и не очень понимаем. Ну, точнее, Богдан говорит, так всегда бывало, но я, например, не очень понимаю. Короче, там какая цена написана? 1.13. 1.13, вот. А здесь написано? 1.21. Зачем они так делают, я не понимаю. Потом это убирают. А, убирают. Ну, в общем, сейчас будем заправлять машину. А мне мама звонит. Все, мы залились, Богдан пошел смотреть в итоге, сколько получится, потому что пишет одну сумму, а на самом деле другая сумма. Вот, сейчас мы что, поедем домой, наверное, мы пообедаем, потому что очень кушать хочется, очень мы голодные, хотим сделать... подогреть котлеты, то, что ели вчера, и я потом на перекус хочу приготовить. Я покупала замороженные шоколадные круассаны, вот, и они, как бы, там шоколада есть, но немного, я их в духовку засуну, так, вон идет Богдан, а Богдан говорит, хочу больше, так, может, мы сейчас поедем в какую аптеку, купим какой-нибудь шприц, и я Богдану Нутеллу туда засуну. Про круассаны рассказываю. Это, ну что, там нормальная цена, да? Странно, зачем они так делают, я не понимаю. Бред какой-то. Вот, так что, едем домой, да? Шприц, ну, не, да, будем покупать? А где? Не знаю. Или я так, может, засуну какой? А как ты там засунешь? Ну, дырку сделаю и, не знаю, мешок не знаю. Пока думаю. Как так можно? А, и у меня есть такой специальный кондитерский мешок, и его можно. Так там же, ну, он специальный, дырочка, этот, не дырочка, а такой пипсик такой есть, и он это, остренький. Ну, так я его чуть-чуть про это. В общем, будем экспериментировать. Мы, как и планировали, пришли в этот лес погулять около той площадки для бейсбола, да? Ну, мы уже свернули вбок, да? Мы свернули туда вправо, потом по прямой. Людей всяких много, с детьми, с собаками тоже очень много людей. Очень много лавочек, мусора, кстати. Угу. Мусорок именно вот выкинуть классно. Да, мы наши планы вот погулять с Жеком. Кстати, непослушный, что ты сегодня тянет. Около
этих машин опять псих-психом, а вышли в лес и все нормально. А там, кстати, площадка, может, какая. Вот, мы сейчас идем прогуляемся и потом придем домой, да, и на работу вали уже. Вот. Посмотрим. Пришли мы к такому стадиону. Вот здесь вот садик, мы так поняли, да? Я так думаю, это садик. А вот здесь школа. А здесь дальше вон тренажер. Идем обратно, я не знаю, здесь уже гулять нечего, там дома всякие разные. Но пойдем. Там Максима внизу, которая. А, ну идем. Вот тут тренажеры всякие разные. Прикольные. Идем, я думаю, мы обратно вернемся, потому что можно вот по этой дорожке идти. Ну, что здесь толку идти? Мы в лес пришли, а не так. Вот, и мы обратно в лес возвращаемся, и тут вот дорожка сейчас направо пойдет. Пойдем, вот. А вот здесь можем идти. Ну, а, идем там. Ну ладно, идем там. Вот, так что. Какая классная у нас прогулочка. Осенняя. В хорошую погоду можно по таким лесам погулять, не только по нашему лесу. 16 градусов, но я, кстати, в майке. Ну, у тебя греет жилетка тоже, я думаю, неплохо. Вот. Пойдем мы сейчас направо. Хорошо. Обошли мы эту площадку с другой стороны. В общем, там тренировка. Это играют в бейсбол. Я вообще никогда не знала, что у нас тут бейсбольный клуб какой-то есть. Прикольно. Мы вот с этой стороны обошли и заходили вон там, вот мы. С той стороны. А сейчас вот огибаем с другой стороны совершенно. Ну вот, все это тренировка происходит, тренируются. Всякие биты, тут эти мячики бейсбольные. Классно. Джек, тебе как? А? Уже пить хочешь? Не сильно популярно. Не, не популярно, но все равно что-то происходит, что-то есть. Прикольно хоть. По интересам так, если кто-то захотел бы заниматься. Вместе? Не знаю. Может, мало для интересно, того, чтобы создавать девочек. Будет ли такое, что типа в одной команде, например, даже футбол посмотрим? Типа девушки будут играть в одной команде, представляете? Это просто, наверное, есть и девушки, которых лучше, чем мужики какие-нибудь играют. Не очень, да. А потом такая, не получилось мячик отобрать, и девушка такая, я обиделась, уходит с поля и плакать начинает. Идем. Я уже дома, такая растрепанная немножечко. В общем, мы приехали домой и решили, что мы хотим немного перекусить и посмотреть фильм, отдохнуть немножечко, поэтому мы сейчас засаживаемся на диванчик. Да. Богдан ищет фильм. Мы сегодня в обед начинали смотреть про Гагарина. И у нас вот такие потрясающие булочки. Помните, я показывала замороженные, мы купили? В общем, простые круассаны. Очень мягонькие. Внутри с шоколадом тоже. А мне еще добавили. А у Богдана, да, представляете? Я, короче, у меня кондитерский мешок есть. И я решила... Ой, что-то мокрое наступило. И, короче, я добавила ему еще с шоколада. Нормально существовать в условиях... А, ты уже включил? Я не поняла. Вот, так что у Богдана прям дополнительный шоколад, все. Да, ну возьму салфетки еще. Давай. Мы садимся, перекусим, вот, отдохнем. И потом, ну, как бы, как ни странно, но потом будем ужинать. Но это еще потом. Вот, а пока что чуть булочек поедим. Мы отдыхаем, смотрим телек. Вот, Валюшка пьет чай. Мы съели винограда опять, эту огромную горсть такую. Я так наелась, что меня уже в сон давит. Сладкий, да, виноград? Очень классный. Сладкий, но я бы хотела еще купить там. Нам вот там на два раза хватило поесть прям так нормально. Угу. То есть, если бы я хотела кушать, допустим, был бы там перекус днем, я бы уже наелась. Угу. Сейчас чайком. Полежу, вот. Надо. И смотрим мы футбол Челси. Первый тайм против Зенита 0-0. Как-то тухло. И мы тухло, смотрим... потому что у них тренер Тухель. Ну, и мы смотрим через этот сайт, антифриз. Не знаю, что-то у них какая-то была проблема. В общем, мы смотрим на канале Матч, Матч ТВ. Вот, и есть еще Матч ТВ HD в качестве лучшем. И вот именно в HD качестве что-то с каналом было плохо, он застревал и как-то...
в этот, в, не в этот, не вовремя началось там, в общем, на другом матче ТВ, тот же канал, только не HD уже, да, начался нормальный футбол, а на HD качестве там на канале почему-то задерживалось и сам тормозил канал, вот. Так что мы в плохом качестве посмотрели первый тайм, ну ладно, ничего страшного. Мы включили через не так, через этот, мы даже через... И мы даже включали этот через... А, нет, мы сейчас не смотрели через AirPlay, да? Нет. Не, через AirPlay мы смотрели. Да. А-а-а. Мы через AirPlay, через телефон я подключил, я просто к телевизору, да, и вот. А сейчас вот первый тайм закончился, я решил попробовать через HD этот, более лучший канал. Слушаем качеством, вроде все нормально, все отстряло, ничего не застревает. Будем ждать второго тайма. А ты там, иду. Телефон, да, иду, будет. Возьму телефон. О, вот. Я вставил тут с телефона. Выключу уже все. Вот. И в общем. Мы будем досматривать Господа, футбол. Мы можем уже прощаться, правда, мы будем досматривать и ложиться уже сегодня отдыхать. Так что увидимся с вами завтра. Всем спокойной ночи и пока.